Олег Владимирович, уже на следующий день эмоции улеглись после вчерашнего матча? Что-то разобрали или что ребятам сказали? Ну, я бы не сказал, что они совсем так улеглись, вот, но, понятное дело, разбирали мы игру, думали, сегодня собрание проводили, разбор был подробный. Конечно, нужно учесть все эти ошибки, недочеты в игре, чтобы нам следующую игру сыграть лучше, чем предыдущую. Что скажете о завтрашнем сопернике, о Швейцарии? Ну, здесь сейчас настолько выровнялись команды, что для нас-то точно слабых соперников нет. Это даже товарищеские игры показали перед началом чемпионата, да, наши с датчанами и с словаками, да, то есть практически равные, можно сказать, игры были, поэтому я не думаю, что швейцарцы слабее, чем словаки или датчане. Вот. Но сегодня, конечно, мы посмотрим их игру против Беларуси. Спасибо. Что нужно? Нет, это официальные были вопросы. Жесткач пошел. Чего вы проиграли-то, а? Страна смотрела. Да. Какова ситуация с Саморуковым? Он не закончил тренировку. Тяжело ли? Ну, это у доктора. Так сразу диагнозы не ставятся. Вот. Будем надеяться, что это легкий ушиб и не повлияет на дальнейшее его выступление. Хотя сейчас пока точно вам ответить не могу. Это к докторам вопрос медицинский. Сильные изменения будут в звеньях на завтрашний матч? Ну, насколько они сильные, тут понятие относительно, но безусловно, будут. С вратарем что вы решили? Вы вчера обещали подумать, Валерий Николаевич обещал подумать, что сегодня решили? В стадии решения сегодня еще не закончилось. Просто Миша Бердин отдельно опять катался, вы будете выбирать между Мельничком и Сухачевым, да? Не факт, между тремя будем выбирать. Главное... Ошибка, которая была вчера, вот сейчас уже день все-таки прошел. Вот главная ошибка, которая нас подвела вчера. Ну, здесь комплекс весь, да. То есть, если мы возьмем, лежит на поверхности, как бы, главная причина, да, мы в неравных составах проиграли 0-2, да. Если брать игру 5-5, при всех наших там недостатках и недочетах и ошибках, мы 5-5-то выиграли, 4-3 получается матч, даже при всем том, что далеко не лучшую игру свою показали, вот. Но, да, мы в меньшинстве две пропустили, в большинстве ничего не забили. Это, в принципе, и определило исход матча. Очень много критики из России раздается. Вы читали ее, как-то анализировали? Нет, понимаете, просто здесь вопрос, кто критикует. Понимаете, есть люди, которые, как бы, к чьему мнению можно прислушиваться, да, профессионалам, но их не так много. Да, все остальное это лучше не читать. Сегодня была такая активная тренировка, тут и были упражнения, где они чуть ли не в стыки играли. Это чтобы они проснулись, ребята, или чтобы поняли, что где они находятся вообще, что чемпионат мира здесь уже нельзя? Это чисто профессиональный вопрос. Это мы решаем, какого плана тренировку сделать, да, исходя из той ситуации, в которой мы сейчас находимся, исходя из того, когда у нас следующая игра, с кем игра. Поэтому я думаю, что рассуждать на это, какая была тренировка, это, я думаю, не место. Какую мы решили тренировку в этой ситуации нужна, такую мы и провели. Просто слишком жесткая была, мне, по-моему, показалось. Вот. Я еще раз, какую мы решили, что будет полезная тренировка, такую и провели. Спасибо. Скажите еще, будете сегодня смотреть швейцарцев и кого можете выделить из этих составов? Вот сегодня посмотрим, и тогда после игры скажем, кого мы можем выделить, как мы еще не смотрели.